Всем привет, ребят, это снова я, и это очередное видео по Бравлу, вот, и как вы уже заметили, у меня уже 7 тысяч кубков, у меня 7 тысяч кубков, ну и 6, конечно, поиграю за некоторых персонажей, сейчас покажу, за Ниту, за Джесси, которую я прокачала аж на 17 ранг, да, за Ниту поиграла. За Паппер, 16 ранг, кстати говоря. Ну и, кажется, все. Вот эти все персонажи, которые я хотела апнуть Паппер, потому что у нее мало кубков было, аж 200 кубков, кстати, у нее 340, 16 ранг. И наконец-таки, у меня теперь будет мегаящик. Ребята, вы этого ждали. Давайте откроем мегаящик, и надеюсь, мне повезет. Из этих. Ой. Мне еще 1000 надо, и у меня уже энды будет. Ну, 8к, точнее. Надеюсь, мне не повезет в этом мегаящике. Надеюсь, мне повезет. Ну, либо гаджет, либо бравер какой-нибудь. Ну, либо гаджет, либо бравер. Либо нифига. Давайте откроем, не буду медлить. Давайте откроем. Мегаящик. Давай, молодой. Соль, если будет не слышно мой голос, только эту музыку. Но давайте откроем. 5. Ну почему мне не везет на эти мегаящики? Почему мне не падают эти гаджеты, закрытые гаджеты, браверы? Почему мне, вот самое главное, почему мне браверы, блин, не падают? Это прям очень обидно. Кстати, у меня тут еще и мегаящик еще один есть. Только же за 600, очки сиры, гаджет можем купить на Джесси. Ну, блин, ребята, мне что-то не везет на эти мегаящики. У меня что-то нету ни гаджета, ни на Шейли, ни на Джесси. Ни мификов, скорее всего, потому что у меня так вообще браверов нету. Мне они очень много не падают. Особенно эпики. Вот они, например, мне очень много не падает, очень много. А про мификов я молчу. Давайте посмотрим тогда, какие у меня шансы. Теперь. Кстати, еще за санпойты еще дают звездочки. Ой. Еще за санпойты. Вот. Звездочки предлагаются еще и мегаящик. За 150. За 150 и 500 маленький. Давайте посмотрим шансы теперь. Шансы упали, на реку на гаджет 2% все еще, но ничего не падает. Да, это самое странное, то что мне опять, как обычно, ничего не падает. Ну что это такое, ребят, Ну на этом все. Вот, на этом все, ребят, всем пока. Бай-бай. Бай-бай, всем покойной ночи.